Патрулируя в минувшие выходные территорию, сотрудники службы государственной охраны Национального природного парка «Тузловские лиманы» и научная группа парка наткнулись на охотников в границах заповедника. Об этом рассказал директор парка Иван Русев. Пока научная группа парка искала места зимовок краснозобой казарки в рамках международного проекта Европейского союза «Сохранение краснозобой казарки на пролетном пути», она несколько раз натыкалась на охотников в границах заповедника. При виде охраны парка охотники молча удалялись. Мы патрулировали территорию национального парка для того, чтобы предупредить охотников о правилах поведения на территории парка и выявляли наличие редких видов птиц. Когда они нас увидели, они поняли, что это команда парка, с ней заедаться не стоит, поэтому сразу собрали свои чучела, ружья и ушли далеко от парка. Скажите, птиц не успели подстрелить? Нет, они не успели ничего отстрелять, они ушли на другие территории, там они стреляли. Я не знаю результатов, но в парке ничего не отстреляли. Вообще, борьба с браконьерами и охотниками на территории заповедника длится уже несколько лет. Местные правоохранительные органы отстранились от проблемы, и фактически администрация заповедника в одиночку ведет борьбы за сохранность флоры и фауны.